Привет. Куда вы пришли сегодня? В аквариум, Флорида аквариум. Что мы будем здесь делать? Посмотрим каких-то морских животных, рыб. Вот это странно. Какой у нас сегодня день? 8 октября. Жарко, парка был дождь. Да, еще дождики идет. И еще будет дождь. Ну что, идем покупать билеты? Да, пошли. И вместе с отелем. Так, мы уже внутри, у нас тут есть открытый аквариум, где можно... Можно все трогать руками. Можно трогать руками, но... Вон показано как. Трогать можно... Вон, видишь, сверху? Скаты. Это не скаты. А что это? Это такие раки. Ой, но они еще доисторические. Это ракообразные, да. Видишь, можно трогать. Они еще доисторические. Хочешь, можешь рукой попробовать. Да, хочу. Доисторические. Вот здесь ступенька есть, Маша? Вот смотри, дерутся. Они не кусаются? Нет, если бы кусались, тебе бы не разрешили бы их трогать. А что это такое? Что такое? Ежи. Нет, вот ракушка, а там что-то, да? Это вот моллюск живой такой вот есть. Это что, тоже можно потрогать? Ну, можешь потрогать, только доставать из воды нельзя. Да, он живой, такая ракушка живая. А вон ежи какие-то, видишь? Ну? Это такие крабы, раки, а бог его знает. Это доисторические, их по телевизору. Смотри, прицепились друг к другу. Друг за друга, ага, три штуки. Там еще есть, пошли, мам. Такая шторка. Шторка такая. Кораллы красивые. Это такие, как мы были на Красном море. Да? Ага. Смотри, точно вот такие рыбки. Я все хотела вот так руками. И кораллы цветные, красивые. Что-то зеленое живое, да? Вот да, какие-то водоросли такие. Водоросли живые, да. Вот, покажи, вот эти рыбки сними, это тоже рыба. Ну, да. Смотри, я такого еще не видела. Смотри, такого рыба создала. И вот желтая. А там есть, кстати, можно опуститься в аквариум с аквалангом. Да ты что? Дальше будет. Там огромный аквариум есть. Человеческий рост, ну, не в человеческий рост, а больше человека. А вон, смотри, вон осьминог. Он большой. Всякие морские перилья океанические, розовенькие, красивые, да? Это называется рыбы-попугаи. Покажи. Смотри, стайка, смотри, как красиво. И вот черепаха. Какая стюрельность. Стая рыб, да? А он акула. He's been eating all morning. Стамеритка, наверное. He didn't want to come down.
Вот смотри, вот здесь вот. Вот здесь вот специальное увеличительное стекло. Здесь настолько мелкое все, чтобы рассматривать, есть специальное увеличительное стекло. Ты можешь двигать это его что? И смотреть, что видишь, какой-то организм живой. Вот он. Ага. И вот так плохо видно. И видишь, специальный свет создают для них, который. А ну сейчас. Просто в голубом цвете плохо видно, а так через фильтр это хорошо видно. Ты можешь двигать вверх, вниз. Ручки вот за ручки берись, вверх, вниз. А вот здесь увеличительное стекло. А здесь, это видишь, планктон. Видишь, они маленькие-маленькие, плавают их через увеличительное стекло. Это планктон, Роман. Наверное. Это не рыбки. Это планктон, которым питаются эти киты. Угу, наверное. Да. Угу. Давай там все будет. Смотри, мам. А что это такое? Для детей поиграться. Пошли, я там вот сяду. Вот здесь, вот, вот здесь лучше. Там круглая, красивая. Ну давай там, ну мам, давай, давай. Просто здесь тоже будет красиво. Сзади меня океан. Посмотри на меня. Я не думаю, что хорошая фотография будет, а видео будет нормально. Тут темно очень. Пошли. Скатик, который укусил Стива. Не такой. Побольше, да? Конечно. Он ударил его шипом. Шипом вот этим, да. Куда вообще это ходят? Красота, да? Но они ж таки плавают в стайках. А вот здесь вот рак всяких крабиков. Где? Вот это? А, эти. А, да. Креветки. Креветки, вот которые у нас продаются в морепродуктах. Креветки. Вот красивая, видишь, это ёжик. Морские звезды и креветки. Их можно будет потом пощупать. Да ты что? И вот смотри, тоже, что это такое? Какая-то губка. Вообще, надо же, да? Это в лего, и они рыбок, да? Uh-huh. Смотри, легкие водолазик.
Смотри, какой красивый рачок. Вот. Смотри, какие красные. Угу. Это вообще. Уже вареные сразу. Да нет. А рыбка черная, смотри, какая. А вот нас реки крабы страшно. Вон. Вон они. Вот они. Во. Вот таких я ела на Тихом океане. Вот такие. Вон там дальше, вон лежит за камнем, с рекой огромной. Ого. Ну да, вот такая ножка, так раз ее варененькая. А тело какое огромное у него. Да. И вон краб висит. Висит. Угу. Живой, дышит. Вот какая-то рыба плавает. Вон. Ей надо темнота, видишь, угу. Она. Пошли дальше. Вот смотри, какие-то вот прозрачные штучки плавают. Это простейшие. Нет, мам, это не простейшие, это. А знаешь, что это? Это. Медузы такие. Да, медузки такие. Так маленькие. Они посмотри, цветные у них потоки идут по ним. Ты видишь, они электричество, что ли, какое-то у них там идет. Видишь? Да, 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 да. Цветные эти полосы, ага, идут. Да. Наверное, электричество. Они, наверное, ядовитые. И планктон, видишь, вон какой миленький, которым они пропускают и питаются. Как помнишь, когда я в июле была в Израиле? Нет, это медузы просто. Медуз было, это вообще, это обжигали, которые. Вот они. Только там такие синие прям были, помнишь? Угу. А ты знаешь, тут какое-то движение видно воды. Ну, специально, им же нужно, чтобы они двигались. Ну, да. Пошли дальше. Посмотри, сзади какой аквариум у тебя. О, солидно. А сюда вот, кстати, в этот аквариум можно опускаться. С аквалангом, да. Ничего себе. Вместе с акулами поплавать. Смотри, какая. Ага. Ну вот между с этими акулами можно поплавать здесь, в акваланге. Давай я подойду туда. Давай. Это, наверное, рыба скумбрия. Вообще фантастически. И они еще и цветные. Это, смотри, смотрит на нас, да? А вот что это? Акула. Акула лежит. Да. Вот рыба, смотри. Чешуя вот такая. Вот смотри, у акулы вроде бы как и чешуи нету, как она, как кожа. Но они разные, видишь, они разные акулы. Это
вода вот спускается, а тут они потом бывает вот прямо видно здесь аквалангистов, как они плавают. Так это просто желание людей или аквалангисты профессионалы? Нет, ты можешь опуститься за деньги, ты опускаешься сюда. То есть есть такая опция опуститься в аквариум. Класс. И поплавать среди рыб. Вообще. Акулка там немножко тебя, да? Не-не-не, они... пожуют. Они не голодные. Красавица. А вот смотри, какая рыбка, да? Щука какая-то. Ну, это как... морская. Да, что-то такое хищное. Они друг друга, не видишь, не гоняются. А, они не голодные. Да, это что-то такое невероятное. Вот это аквариум. Вот это аквариум, да. Таких, смотри, сколько много этих. Пошли дальше. Это покажу. Голубая, наверное. Сейчас мы пройдем все. Вон еще там аквариум. Здесь же миллион аквариумов. Здесь, ой, здесь коньки. Здесь вот это вот полностью экспозиция коньки. Разные-разные. Где же они? А вон что-то плавает, какая-то рыба прилипала. Да. Вот это вот она есть, как пиявка. Это коньки. Рыба прилипала, которая... Вот они коньки, вот они. Боже мой. Вот это они, малюсенькие. Конечек. Кошмар. Есть большие, есть очень есть маленькие. Есть большие, да, но это вообще такие маленькие. Видишь, у нас висят на... Ага, они как человечки. Пошли дальше, посмотрим. Вот смотри, здесь. Come here, look. Yeah. О, это рыба-игла. Это рыба-игла, а вон сидят коньки, вон они большие. Видишь? Рыбка-игла. Ну, вон коньков, видишь? А я рыбу-иглу видела вот такую в Красном море, голубую. Да, они спрятались, коньки. А вон внизу они есть. Зацепились хвостиками, ага, вон они. Точно маленькие лошадки, хвостиками друг к другу, глянь. Угу. Это коньки. Это конек такой? Это конек. Это какое-то растение, да? Это конек такой. Ну, надо же. Будет вот так в море плавать, ты подумаешь, что это растение, да? Ну, он усами шевелит. Вообще красиво. Так, а вот смотри. Вот они вот тоже плавают. Нет, это рыбы такие. Да? Это рыбки? А, да, да это а тоже... Вот, а вот смотри, прозрачный вообще. Рыбка-игла. Вот прозрачный. Что-то прозрачное. Это было. Креветка прозрачная. Это что? А это рыба-игла тоже? Да, да, одна из видов. Вон еще под каменем, смотри, какая прячется. А, ну да. Да, да, да. Это какие-то... Это коньки. Это коньки такие, что-то не видишь, можно подумать, что... А да, это коньки такие. Это коньки такие. Видишь, они так вот... Вниз носом плавают. Им так удобно. Растрет вот большие, огромные. Прелесть, надо же. Это
вообще большие. Смотри, какие, да? Цепляется за растение хвостика. Ага. Наверное, какое-то движение воды. Ну, да, движение есть, конечно. А вот здесь вообще огромный, как растение, очень длинный, как змея, смотри. Природе, да? Кораллы какие вообще неимоверные. Разные такие случаи. Пошли дальше. Посмотри, в норку прячется, в норке живет, смотри. Выскакивает, сейчас вот вылезет. Они в норке, видишь, прячутся? Ну да, да, и как-то назад хвостом, смотри, тая. Это такие рыбы. Из норки они когда страшно, они в норку прячутся. А в такие вот, видишь, стаканчики, как это такие губки, раз хвостом прячутся, слышишь? Сейчас постучал по стеклу, они спрятались. Ага, точно, смотри. Им страшно, они прячутся. А вот здесь вот смотри. Ой, какие красивые. А смотри, какая ракушка вылезла. Вон, смотри, Румуса. Да, это краб какой-то. А, это краб. Это отшельник. Отшельник, краб-отшельник. Точно. Живут в ракушке. А вон рыба, смотри, ей не видно, с камнем слита. Не вижу. Вон далеко. Вон, посмотри на меня, вот посмотри, вот в камеру посмотри. Видишь рыбу? А-а. А, все, увидела. Вон такая распласталась. Да. Слышишь, вообще замаскировалась, да? Угу. Мам, но они же глубоководные, они... Это рыбы, которые видно, вот как, откуда их... На глубине они водятся, там света мало. Ну да. Right, I'll look at it. Пойдем на рыбалку, я хочу поймать большую рыбу. Акулу? Нет. Вот сказка, посмотри, какая большая акула здесь. Его еще называют морской питон. Мама, кстати, вон, смотри, настоящая челюсть, наверное, акула, что ли, большая такая? Так, первый этаж мы прошли. Здесь два этажа. Поймай. Почему я не писал?
А, ми потихоньку якраз ми і вийшли на второй этаж. Да. Вон там можна щупати всяких морських гадов. В ракушке посидеть. Это легкий, легкий есть фотографии, где он в ракушке сидит. Я говорю, в ракушке посидеть, да? Вот там вот вход, а вот здесь вот видишь всякие губки, все, ты это можешь пощупать. А ну, не, там вход с той стороны. Осьминога всяких. Только доставать нельзя, и пальцами можно пощупать, погладить так пальцами. Вон показано, как можно. Двумя пальцами ты можешь смотри, вот так. Смотри, смотри, она прямо прицепилась. Посмотри, какая губка. Вода холодная. Ну да. Наверное, такая купилась. Во, что это такое? Это морской огурец. Ну, погладь его. Морская звезда, она такая, знаешь, ну... грубая. Да. А вот эта штука. Это вот такая штука, вот такая. Это лилия морская. Не, она за стеклом, она спряталась туда под низ. Ну ты можешь вот здесь его попробовать. Она не ядовитая. Опа, она спрятала. А вот они лежат. Ага. Смотри, там ёж вон. Ага. Ой, это что такое? Они мягенькие. А тут не дохлая рыба, иди сюда. Где? А нет, а жива. Она вот там запритворилась. Вот лобстер. Это знаешь как, раньше, я не знаю где, но у некоторых дома я видела такого рака на стене. Это лобстер, мы сходим в ресторан, поедим таким. Слышишь, такого рака. Откуда-то кто-то привозил, может, знаешь, там продажи были. Чисто он уже как что-то такое. Опа, а это знаешь что, Мурен? Лаборатория воды. Это да. Ядовитая рыба. Она не ядовитая, она, у нее просто очень острые зубы. Мурена, она не ядовитая, кажется. У нее просто, видишь, какие, смотри, какие у нее зубы там. Ну да. Шипы. Она очень опасная, в плане, что как бритва. Ну вот когда в Красном море там одну проплывала я, и значит там с этого, с норки выглядывала. Вот такая. Ну да, их там много. Мам, вон на Марс, смотри какой. Иди посмотри на ту рыбку, она так близко. Вот так прямо. Ага. Улитки красивые. Пошли вот эту улитку, вот эту. Смотри, как она близко, и у нее не чешуя. Смотри, вот. Шипы. Шипчики, она, да. Она при опасности раздувается, и вся становится шипастой. Да ты что, смотри, как она красивая, да? Смотри, а глазки. И когда глазки страшно, так она сразу шипы раскрывает. Красивая, да? Смотри, как ей смотрит. И глаза зеленые. Интересно. Пошли еще скатов поснимаем, хочу, чтобы то, может быть, я не понял, я заснял или нет. Как ты их трогаешь рукой. С той стороны, с той стороны. Или туда подойдите, отсюда сниму. Сейчас вы ко мне подходите.
рассыпались немножко. Ну, хвосты, конечно, у них вот он плывет, хороший, там уже тебя погладит, предусловит. Ну что, идем? Какие рыбы, как змеи? Что это такое, а? Рыба. Не, ну надо же, они прямо вот выглядывают и все. Не боятся вообще. Как змеи. Стекло здесь толстое, да. Или мурены такие. Это может быть мурены вам? Да. Маленькие только. Не, ну надо же. Смотри. Похоже на мурену. Я бы там, если бы в море бы где-то увидела, или в океане, все. Капец полный. Вот они, видишь? Ага. А, это написано илс. Илс – это… Иловая рыба? Нет, нет, нет. Угорь? Это угорь. Да? Угорь. Это такие угорь. Это угри. Скалярии какие, да? Вот. Какая. Вот она тоже, видишь? А, ну это вообще красавица с зелеными глазами. А те серебристые красивые. Это не фуга рыба, которая. Может быть. Ну, с того, с той серии. Вот смотри, какая рыба лежит. Это тоже рыбка. Ага, точно. Так смотри, она, у нее плавники как руки, она на них ходит. Она на них ходит. Это, наверное, лакемерия, это доисторическая. Она ходит этими лапами, то есть плавниками, как ножки. Это скатик. А здесь сейчас будут крокодилы, и на снаружи это, открытая часть. Вот, черепашки. И зажарить. Зачем тебе стрелять на пингвины сверху? Ой, ты маленький. Они сюда и ныряют, да? Ну да. Угу.
Мам, у тебя не все скалярии почему-то. Вот смотри, какая красивая, красавица. Да? Почему она скалярия? Ты другие не знаешь знаю. Название? Нет. А вон черепахер. Вот черепахер. Смотри, какие губки напал на земле. Нет, медузы такие. Это медузки такие. Вообще красота. Смотри, как это растение растет. Вот, да, опускается. Это вообще, я не знаю, смотри. Опускает ветки в воду. Отсюда ветку. С дерева, да. Смотри, корни. Это что-то такое. А вот здесь можно тоже рыбу потрогать. А нет, здесь написано нельзя трогать. Тут огромный. О, рыбка. Ой, птичка. Какая-то курица. Курица морская. На водичке. За столом. И поплыла. Водоплавающая, не похожа, да, на водоплавающую? Вот это вот catfish, вот это вот мы вот очень много здесь водится и легко ловится. Это с... из породы сомы. Да, да, ну вот здесь это считается сорная рыба, ее не, они не едят. Я хочу. Это вообще, слушай, рыбка среди камина, вернее, это вообще дерево какое-то уникальное. И уточка, да? Она совсем не боится, да? Смотри, за палец сейчас как хватанет. Какие-то деревья интересные, да? Что это такое? А, змей! Вон она! Ох ты, длинная! Надо же, какая длинная! Это змея, да? Это что такое? Это вот крабы эти и скаты. Только здесь трогать уже нельзя. Я знаю. А вон белый сарискат такой. Альбинос. Его оградили, смотри. А он хорошо приспосабливается. Так вот смотри, он еще один лежит, его даже не видно. Вон, только да, дышит. Да, замаскировался. Видно только дырочки, как он дышит. А здесь питон. Попробуй, справься с таким, да? Справься с таким. Вот. Целую собаку может проглотить. Тролликами. Вон, говорит. Нет. Пошли дальше. Ему жарко, он в воду только погрузился. Черепахи, скорее всего. Скорее всего, черепахи. Где-то спрятались.
Да, черепаха. Спрятались. Ну, какая-то птичка сидит. Птичка сидит. Вот он, птичка. Они ничего не боятся. Смотри, какие рыбы, с каким носом длинным. Ага, опять не Вон она, черепаха. Все? Вон черепаха. Выползла. Ага, вон черепашка. Это древесная, наверное. Древесная черепашка. А вот выдра. Смотри, боже мой, вот это да. Классно, да? Пловцы нечего делать, глянь. А шо, с ночками? Вот крокодила. Вот он, один, второй, задремали. Ой, друзья. Они носики только дышат и все. А, это аллигаторы. Красивые. И тут же рыба, да? А вон на дне один лежит, смотри, не хоть бы хмурно. Ага. Отдыхай. Рыба такая классная. Блин. Мама, ты знаешь, это не рыба. А что это? Это переход. Видишь, у него челюсть как у аллигатора почти. Ну. А сама рыба. Похоже. Вот, смотри, вот она, мама. Ну, это же рыба. Аллигатор, Гай, это рыба. Рыба-аллигатор. Да ты ж, не, ну так называется. Так посмотри на ее челюсть. Посмотри, она достигает и 3 килограмм. Иди сюда. Вот, смотри. 136 килограмм. И вот она, вот размер. Ничего себе. Ого, что крокодил. Но она и здесь большая. А вот разница между аллигатором и крокодилом. Посмотри на челюсть. Крокодил и аллигатор. Мне кажется, что тот перекусит. Ну, лучше не попадаться. Вот у них жизнь, да?
Так или нет? А вот смотри, птиц. Что ты говоришь? Сидит какой-то угрюмый птиц. Ага. Нырки. Смотри, что угу. А, вот смотри, вот. Ну как у тебя впечатление? Тебе понравилось? Фантастика. Думала, на улице так. Дождь. Я думала попроще. На улице Еще и ресторане рецепт тебе какой ливень. А там, видишь, военный корабль, пушки стоят. Давай будем ждать. Пошли посидим. Ой, ну надо же, смотри.